каменность и костность. Нам ни к чему трибунный гром и спесь. Есть километр, который прямо в космос отважно устремляется. А есть! Есть и такой, который тут под небом, под этим синим рядом с бороздой из века в век, ходил к земле за хлебом и прозывался сызданной верстой. Стожильный наш ходил и недалече, и далеко, по всей, ах, сколько ж он тягла перекалечил, ах, сколько ж он пообломал осей по всей стране. Треклятый, на ухабах и брат накрытый посреди дождей. А было, помню, было, наши бабы входили в упряжь вместо лошадей и хлеб везли на станцию для фронта, где мужиков стабились на войне. Я эту память прямо с горизонта глазами взял, и до сих пор она во мне. Она болит, не закрывая дверь в живую даль не отболевших лет. На ощупь шла,
голодный, прорываясь в Ленинград. Одно зерно в цене равнялось пульсу и капли крови в 1000 крат. Одно зерно, а тут их миллион течет и под колесами хрустит. О, если б можно, если б можно было, да пусть меня милиция простит. Я ту дорогу накрутил, как вожжи, и вознеся молитву небесам по тем чубам, по лицам, как по рожам, по их пустым, беспамятным глазам. Вот так и так! Да где же ваша совесть? В каком таком застряла далеке? Витийск. А малость успокоясь, гляжу, старушка в пестреньком платке сметает зерна веничком в совочек. С дороги, как с артельского стола, зовет меня. Иди сюда, сыночек, и краймешка я в две руки дала. Не упускай, держи его, палец в палец. И я, как новобранец на плацу, во фронт стою, стою и улыбаюсь ее рукам, ее глазам, лицу. Стою и улыбаюсь, и она мне дает свой свет, ласковый уют. Как вас зовут? Мария.